6 золотых медалей завоевали спортсмены из Махачкалы. В столице Дагестана прошел юбилейный 20-й всероссийский турнир по дзюдо, посвященный памяти мастера спорта СССР Зубаира Хизриева. Одна награда высшей пробы отправилась в Буйнакск. За соревнованиями наблюдал министр спорта Дагестана. За медали боролись 150 спортсменов. В их числе не только дагестанские, но и дзюдоисты из Ингушетии и Чечни.